Всем привет! Сегодня мы будем разбирать устройство, которое называется шпионское ухо. Принцип действия данного устройства достаточно прост. Это видоизмененный звукосниматель. Ну что ж, приступим к разбору. Как мы видим, здесь два винта и одна гайка, которая удерживает, я так думаю, всю плату внутри. О, она уже раскрылась. Итак, что мы видим? Так, как я и сказал, что устройство представляет собой звукосниматель. В качестве роли микрофона выполняет вот такая пьезопластинка, пьезоизлучатель. По проводам электрический сигнал идет на вход операционного усилителя. Кстати, усилитель выполнен по обычной схеме. Стоит микросхемка LM385 в стандартной обвязке. Как мы видим, здесь еще есть аккумулятор. Ну, по размеру, я так думаю, миллиампер 200-300 у него. Они стандартные, там напряжение 3,7 вольта. Заряжается данное устройство от порта mini-USB. Звук, соответственно, мы получаем через наушники, стандартный разъем 3,5 дюйма. Включение устройства происходит поворотом ручки переменного резистора, совмещенной с выключателем. Ну и уровень громкости, соответственно, регулируется тоже им. Вот такое вот простенькое устройство. Ну, на самом деле, оно работает, я бы сказал, неплохо, но схемотехника, в принципе, очень простая. Ну, как говорится, все гениально просто. Вот, в принципе, все, что я хотел вам показать. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Все, до скорой встречи. Пока-пока.